Ниндзя! Я снова War Крейс. Нет, Крейс сам себя теперь играет, смотрите, он играет, смотрите, с кем? С Лесником, конечно же. Он сейчас мимо меня снял. Хорошо, мимо тебя. Теперь, смотрите, три опять самолета, опять байки, опять Писмейкер. Попялимся на него еще пару секунд. Орда Малевика скрасили. Едут, короче, за Бензаком. Мы едем в город за Бензаком. Видите, как и в оригинальном Mad Max, это всего лишь эмуляция компрессора, а на самом деле здесь просто ничего нет. Тут, кстати, у меня где-то есть точка, на которой написано Бензак. Где? Вот, на вот есть. За ленту. Ты будешь ехать сюда, да? Да. Я понял. Труки с байзами, с бутузами, с бастазами, жесть. Вот я паркую, где хочу. Блин. Миссия, кстати, четверти, три точки. Хорошо. И Андрюха, давай рассказывай. Значит, у нас сангвинарная стража, 8 штук, вместе с сангвинарным престолом, Данте возглавляет все войско. Тут у нас диванзаторы с двумя граиками в ринке, тут у нас фастовый предатор с щитом. Он на Апотекаревской, да? Да, он Апотекаревской. А это Дев Компани. Фуриоса Дредноут, на дроподе с фрагмушкой, скауты. Командник с Мефистоном, три щита, три мельты в дроподе. Тактичка с мельты в дроподе. И это диванзаторы, которые сидят. Ага. И дроподы решили. Мы с Лесом распилили ничью в прошлом туре. И теперь он попадает на Крейза. На настоящего Крейза. Настоящего Крейза. То я Крейза подменял, теперь все-таки он наконец-то. То есть я тоже там дважды с Крейзом сыграл по... Получается, что так, да. С настоящим и настоящим. Как ты играешь вообще с Бладай? Ну вот на крейзовский ростер глядя, я думаю, что ок, мне вообще никуда не надо ехать, оно само ко мне упадет и припрыгнет. Ленивые орки. Ну такие, да, потому что у нас стрельбы достаточно, а у них там только вот этот виндик, который приедет. Аптекарион, он лечит своим шаблоном. Да, он будет меня лечить шаблоном, а остальное все попадает на подох, и вот этот вот недобоинг с Данте, ну попробуем завалить его кубами и так далее. Вот, будем пытаться отстреливаться, пока они к нам прилетают. Неожиданно, да? Первый ход Крейза. Вначале они полетали там в Death from the Skies. В хвост зашел своим истребителем лесник. Не смог напихать ничего туда, по-братски. Вот. Дроппот упал сюда. Поскорить вторую точку пришло. И писмейкера нагнули. Он больше за Бензаком не едет. Смотрите, здесь упали тоже на точку два раза. Первый, да, из магии сломали кусок и мельты добавили. В общем, лесник такой пафосно запарковался, а ему сказали, не-не, чувак, здесь, короче, отсюда увозят. Меф на перилу. Знаки видел? Будешь забирать со штраф стоянки свое ведро. Вот. Парни подвигались, блин, оттуда ничего не сделал. И сделал ты в результате 5 карточек плюс First Blood. Да, и один на D3. D3 давай. Бам! На 2. Mad Max, дорога ярости, версия Крейза. Короче, вот идет начало фильма, абсолютно такое же. Мы едем за Бензаком, короче, и тут дроппот такой падает. Никуда никто не едет. Закончились, титры пошли. Крейз на самом деле очень коварный тип. Он сам играл за орков, и он знает, что вот лутазы в труках, их нужно шатать. Uh-huh. Остальные обычно вот ними играешь, ну что, лутазы, ладно, потом их оставим, и лутазы всю игру стоят в труках и наваливают. А Крейз так он мне сразу мне труки с лутазами поломал. А потому что? Потому. Ну расскажи, Даша, или что? Секрет с лутазом. Что? Лутазы, опен-топы транспорта, они стреляют сидят с любой точки. Стреляют с любой точки, без проблем практически. Ничего им как бы не боятся пока. Ничего не боятся, да. А тут оп, сразу. Они поломаты. Приходится лезть куда-то. Да, приходится там ходить, лос мерить, все такое, как грустненько. И писмейкер, ну не знаю, по-моему, в этом турнире я вот сколько раз с ним играл, и мне его в первый ход все. Как в фильме просто карма от какого-то, от какого-то говна взрывается непонятного. Ага. Ну и 6, нет, ну сколько, 7 получилось, да, сразу очков. Ну миллион карточек. 5 карточек, 1 на 2, 6 плюс 20, 6, 7. Догоняй. Первый ход лесника.
смотрите, он вот отсюда, нет, вот отсюда танкбастерами разобрал Апоктикарион, короче, Бладов. А, смотрите, с этих пацанов разобрал Дроппот. Здесь пострелял байкерами, оставил одного, почарджил, убил. Байзы вылезли, здесь сожрали Мефистона вместе с всеми его командником и прочим говном. Больше ничего. А, туда пострелял ничего, сделал три миссии и D3, D3. Давай, Stomp 'em Boys. Stomp 'em Boys. На один. Лох. И на два сделал Blood and Guts. Что там, Мефистон? Мы слышали. Не слышал. Ну, упала к нам еда, еду мы съели, ждем следующую порцию. Далеко опять же не едем, там все оно само придет. Стрелять крейзи нечем, опять же, он там остался, у него там что-то типа тактичка с этими игралами. И недобоин. И там где-то в резервах шатаются наши самолеты, его самолеты. Ты сейчас был два хода? Давай. Не знаю, мы, похоже, забыли один. Второй забыли, да? Первый проиграли, постреляли, зашел в хвост. Да, я там нарольнул как какую-то дикую плюшку плюс к агилити, кинул там 6 на плюс к агилити, зашел в хвост. И я не знаю, почему там, что я там, как рак и кубы, что ли, не кидал. Так обрадовался, что испугался. Да, не ожидал просто, ни хрена себе. И все. А второй докфайт мы, похоже, забыли, да. Второй ход Крейза, у него упал Фуриозик с фраг-пушкой сюда. Короче, троих ранил внутри арморы. Пени самому труку. Перевести рам-шейкер. Шейкер-шейкер, пати-бейкер, короче. После этого кто-то начал гореть. И сказал, unleash power шестерка. Короче, здесь на 12 чардж вот этих пацанов, потом еще на 6 они консолидировались, убили раз бойзов. Вот отсюда. Вот отсюда, они были здесь, они здесь. Могли бы быть даже здесь, если бы прошли сюда. А, и скауты плюс дроп-под погнали вот этих пацанов. Две шестерки на ледаке. Здесь какая-то аномалия, чувствую. Вот спейс. Смотри, как кубы надо кидать. Ты просто адовое количество шестерок. Прям вот жесть. Дяденька, научи. Мы с Крейзом откроем курсы для тебя, как кидать кубы. Да, я первый сразу так вижу. Можно мне? Вот. Боинг прискакал. Ну, ничего, там байки сейчас, наверное, поедут показывать ему, кто тут лучший Боинг. Фуриоза, ну, не знаю, я надеюсь, что бастеры смогут с ним разобраться. Ну, как бы там ракеты. Правда, вот если бы не было этого долбанного фака, который отобрал у нас возможность кидать метабомбы, все было бы гораздо проще, то есть даже если не убьем ракетами, пройдем и напихаем метабом. Ну, не знаю, как-то дредноут против орков всегда странно, то есть вся класса доходит там и... Ну, все атаки... Баста захнет класса. Ну, это да, атак там в каждом отряде на тебе, да. Иди сюда, а ты там байзов такой, ну, своими тремя, четырьмя. С другой стороны, конечно, там дредноут 13-й броню, его класса это сложненько. Вот, но мне всегда вспоминается где-то первый Дорик. Видос по нему. Да. Где там это? Осмотр у проктолога. Байзов осматривает. И его там тоже, опять же, с одной этой танкбустобомбы, которую есть метабомбы, как раз взорвали. И все. Так что сейчас. Вот мы, по-моему, опять забыли про догфайт. Потому что. Самолет не вышел, да. Да, и у него самолеты не вышли, и мои там. Ну, мои еще не начали выходить. В общем, мы лошары. Крейзом вот один раз так довольно. Книжка моя не есть, кстати. Книжка там. Ты так хитро ее забрал. Я в следующий день я приехал к Староку, она уже не у нее. Интересно, ты завтра привезешь ли? Я подумал. Второй ход лесника, у него вылетело крыло, и вот до каджетов они там что-то насыпали, ринку подбили. После этого вот эти два трука с танкбастерами не смогли Фуриозика взять. Стреляли один хп. Бежали там сквиги туда. А сквиги уперлись, короче, в это. Вот не смогли пройти. Две пачки лутузов тоже туда. Лутузы туда ничего. За самбо, короче, эти парни приехали, постреляли, убили одного сангвинорных стражей и почарджились, убили двоих, отловили сами двоих, били немного, вот эти только, да, остальные не доехали, от хитен ранились сюда, пацаны. Сделано супримаси на D3, D3, на 2. Ненавижу хитен ран, сука, читня какая-то. Тем более, что один там кто-то раздает его.
Не у всех же у них. Ну ладно, даже хотя хреново, знаешь. Ну, было бы возможность, типа, вот они хорошо, они прокинули, короче, На хит-энд-ране, а ты пытаешь их догнать. Должна кидаться вот эта инициатива. Да, то есть да. Не просто он прокинул и убежал, да. А вот как присвитер. Согласен. Вот так он должен надо. Да. Вот. И чувствуешь уже заноза в виде фуриозы. Мечается, заноза, да? Да, то есть уже две пачки бастеров, две пачки лутозов стреляли по нему, и там что-то Глен, что ли, один несли. Yeah. Крейс как боженька откидал сейвые ковры за дроп-под, который там стоит, и уже как-то вот пахнет жареным. Очень приятно. А, ну, Бойрик, сейчас он от хитен ранился, будет идти опять тяжиться. Ну, там босс, он знает, что делать с ними, инвалятор. Третий ход Крейза, вылетело черное днище загадочное, сломал труп, Крейз очень хотел, чтобы взорвался, а он только развалился, вот так вот бывает. Здесь два гравика в труп не смогли. Один всего. Один, только парень сломал труп, здесь вывалились парни, он их почарджил, убил, консолидировался обратно. Скауты пришли, собрали чар... Overwatch, позвали в челлендж кого-то там, короче, отработали по полной, чтобы спасти пацанов. А, сколько, одна рана осталась? Да. Одна рана осталась, вот эти, да, трое, короче, умерли. Еще троих там набили, да? Да. Ну что за коварный план-то? Сейчас все будет, подожди. Это скауты решили нам помочь совершить хитрый коварный план. Босс там уже нарезал несколько сангвинарников, но остался в одной лунде. А, самолеты. Так, это сейчас у Крейза, да, вылетело, да, это черное днище. А, разломало один труп бастазов. Другой поломал дредноут этот долбанный, убив опять же целый пак бастазов, не получив ничего на Overwatch'е, не получив мельтобомбы, ничего. Вот это просто жопа какая-то. Остается одна пачка бастазов, которая надеется ушатать этого фуриоза. Вот, мы сейчас полетим самолетами сбивать его самолет. Надеюсь, что он грохнется. Ну, там уже проблемно. Мы, во-первых, не сможем встать в построении на танк-хантинг, потому что он так вот, ну, встал. Да. Можно было бы... А это что был хороший... А, можно было просто взять фармашку. И вот эту парню. Надо было просто взять фармашку, которая дает танк-хантинг по флайерам и все. А не просто это дает, чтобы приорить и не тащим. Вот. Ну, с Боингом разберемся с хитрым планом. А остальное, ну, посмотрим, как там... Как сможем ушатать эту занозу в жопе фуриозу или нет. Четвертый ход листника, смотрите, сюда и все от Джинкана. Все, что нажито непосильным трудом. Здесь самолет бам, убил здесь чувака. Отсюда ракета, парень лег, шестерочка спасла парня. Смотрите, здесь. Все лутозы, все там бастазы. Бум-бум-бум-бум, ковры такие. Потом попытка черджа отсюда, короче, на Overwatch трое умерло, 12 не дочарджили, хотя одну шестерку нароляли. Остановились, чуваки остановились. Парни остановились, здесь какой-то каннинг-план, короче, смотрите, бежит чувак. Как-то босс отсюда в челлендж ушел к скаутам. Наоборот. Наоборот. Ноп ушел в челлендж к сангвинару. К Данте. Данте не смог с пяти. Заменил, атак. Короче, Ноп заменил босса. Босс сюда отправился. В результате он нарезал здесь скаутов. Нет, скаутов нарезали бойзы. Да, а он вернулся и дал в борь всем остальным. Вот. И Данте бежит, короче, дюйме буквально задержался от края стола. Нет, босс не был. Босс стоял единственный... Че, рассказать это условие, да? Босс единственный стоит в БТБ с Данте и другими чарактерами. Ноп стоит не в БТБ, но энгейджит. Ноп говорит, челлендж. Окей, Данте принимает. По правилам я должен свапнуть модель, которая в БТБ с тем, кто принял, с моделью с той, которая кидала. И босс с Нобом такими местами кидал. И босс ушел из БТБ с энгейджит. И при этом Данте не смог убить чувака. Без ФНП. Кручу-верчу, запутать хочу. За хорошее зрение 100 рублей премия. Босс премия. Босс живой. Боинг мертв, остался только Данте в одной лунде, убегающий, да. Он не был готов к такому низкому коварству и сказал, да ну нахер. Побежал. Жалко, не добежал до края, сейчас он зашел на No Fear, установится и пойдет обратно. То есть нужно было не принимать? Ну, я думаю, да, Крейза нужно было просто не принимать, и тогда было больше шансов. Он не знал, что типа...
рокировочка сработает. Хитрый план. Вот. Фуриоза. Ты видишь, что за дерьмо творится с ним? Это просто ад какой-то. Все по нему стреляет, шестерки на ковры, а, и причем он стоит там с этой точкой, с бензаком, а у меня куча карточек выполнить, съездить за бензаком. Бастазы, которые по нему стреляют, недочарживаются, умирают на Overwatch, жесть какая-то. Просто у него я по нему уже сколько, третий ход стреляю, а у него один хупоинт всего снят. Восьмой силой станхантингом я по нему стреляю. И седьмой силой. Да. Дредноут это павер, а ты хочешь их еще поднимать? Крейс надо. Крейс доказал. Даже на годноту их не пускать. Четвертый ход Крейза, у него ход какой-то очень быстрый, очень скучный. Смотрите, здесь Фрёза вышел, хотел чарджить, не дошел, самолет уехал, парень ничего не сделал, и Данте убил одного. И на чердже умер на Overwatch. Хотел всех убить, не получилось. Шел к успеху, не подфартило. Там-то он так всегда. Не знаю. Какая-то нелепая, глупая смерть умереть на Overwatch от ружьих байкеров. Ну, Крейза спросить, как. Да, как у него вообще. Пригласить в студию. Ну, действительно, надо было вместо тебя Крейза собрать, чтобы он рассказывал. Ну, тут хотя бы Фуриоза тоже сам обосрался и не смог ничего сделать. Но он живет, а там, ну так, вот самая эпичная смерть Данте. Красиво. На амбразур, бейте меня! Он, наверное, потому что бежал, понял, что он не готов жить. Он сам пошел пока не поднимался. Вальгалу. Да, отправился. Четвертый ход лесника, в док-фазе он напырял чувака, два глинца ему внес. Потом, смотри, самолет здесь, хопа! И Фуриозу в попу бам-бам, короче, до свидос. Парни настреляли здесь, дроп-ход, умерло двое, умер один байк. Парни едут и... Этого не смогли убить, не смогли попали убить. Из ракеты единичка. Эх. И там один хупоинт с дроп-хода сняли. Да. И пацаны в трубке там сидят. Трубки сидят? А я луты замечаю. Труки сидят. Сейчас еще луты замечаю, погоди. Точки. А, тут говно, короче. А, игрок слоя раздел. Пятый ход Варкрейза. Смотрите, короче, вот это вот днище вот так вот вылетело, стало стрелять. Здесь байкеров. Убило здесь пацана. Пацана. И здесь пацана. Остался здесь чувак и отлукаутивший босс. Провалил ледачок. И сказал, какого фига вы не кидаете, нифига ничего. И убил последнего чувака. Который стоял на точке первички. Вот. И из гравика здесь порушились. Короче, освободили точку, короче. И последний пятый ход лесника. Он вылетел, пострелял в это. Не смог его все-таки нагнуть. Поскорил точку. Истекает кровь, кошмар, все пропало. 13-7 в пользу лесника. Турнир выиграл Шарлатан, Свордфайтер, второе место пират. Ой, а четвертый, ничего себе, хотя это, конечно, четвертое, ничего не стоит. Мы смогли. Вот сраные бастазы, днище, самолеты крутые. Вылетел и напихал. Ушатал этот сраный Фуриозу, которого не могли убить три хода. Вот, на тебе, вот так вот. Подставился он. Ну... Он хотел там тяжиться, и получилось. Вот, а остальное мы гоняемся за недобитками, недобитки гоняются за нами. Ну что, не остался самолет? Самолет, один пацаны. Девастатор. Ну, нет, там пацаны какие-то стоят с гравами. Хотя он так нормально защищался в последних ходах. Да, ну и все, да, там как раз недобитки. Ну, то есть, это если дожал, то счет был получше, конечно. Ну, да, но у меня тоже там, знаешь, что осталось? Две пачки лутозов, считай. Кусочек там бастазов. А, ну самолеты еще. А он там хотя бы скрыл вообще в парк, в течение парка? Там дроп-пот некоторое время скрыл. Но он там по мейлю очень много наделал. Так вот. Ясно. Ну вот расскажи, ты как показывал себя? Понравилось? Ну, было прикольно, да. Мне понравилось, что... Я-то, в принципе, в таких же условиях, как обычно, а остальные такие опущенные. Вот, я бы еще сыграл. Сейчас сыграю, надеюсь, если ты будешь делать турнирчики. А у этого, у Крейза Фэчета там только по Бандериону? Не, по-моему, не ушит их вообще. Не знаю. Тут мы такие, типа... Ну, нам не хватает нашего эксперта по гладам. Эксперта по гладам. В общем, тебе понравилось? Да, мне понравилось.
Я бы еще поиграл. Вот как раз вот я где-то говорил, что надо было взять формашку на танкане. Я не взял. Ну да. Накат. А СХ? Баним? Ну, мне больно с ними играть. Мне, в принципе, на уровне кодекса нечем их ломать. Только на лаке Байзон. Ой, Байзон. Боссом. Если мне повезет, я вшатаю, и меня не застомпают. Ну да. Ну при этом или размен какой-нибудь пачки меганобов на рыцарей, и то не факт, потому что рыцарь обычно бьет раньше. А уж до всяких сюржей я вообще до их не могу. Так что. Согласен. В общем, видимо, будем пытаться делать следующий турнир без СХ. Главное нарекание к этому такое. Я, но наверное. Тут я не встретился ни с одним из ха, там был. Ну да, у кого... да, ты просто. У шарлатана был только. Шарлатана я по дну прошелся и там остался. Ильдарчики немножко. А, с Евой, да. С Евой все. Ну, опять же, у Тау и у Ильдар есть чем играть, кроме из ха, иначе они не перлись. Ну, любит он там Сережа без Евы не выходит из дома просто. В туалет он не сходит. Садится в машину, сразу пытается. Что там? Он сейчас перезать до силы, да. Стреляет. Вот сам, наверное, не буду в следующий кат играть, что-то как-то я так. Ну, вот ты... мне наоборот, я вернулся куда-то в пятерку и меня немножко только типа. Ну, у тебя просто нету обмазик, да? Да там все так. Грустно. И вот этим говном два мага. Пачка спа. А что-нибудь другое два надо дракона, было взять. Облить как... Харна, Берсеркеров, Лендрейдер, там, Вифайлера, ну, и еще какой-нибудь. Ну я тогда не четвертый был бы, а 24-й. Из шести. Шести. Не, ну просто я надо было что-нибудь другое взять. Ну ты взял самое унылое говно, которым ну, ты играешь чем постоянно. Остальное все хуже. Не знаю, тупо. У тебя там полный кодекс. Тупо хуже. Ну ты же не идешь без босса куда-нибудь играть. Ну а тут комба. Тут комба просто. Ну, самолеты и босс. Комба. Это единственное, что вообще единственная комба, которая в кодексе есть. Вах и самолет. Все, больше ничего нет. То странно, как бы, я не очень не понимаю, как, ну, я понимаю, как Мурайлова, как вот логически в мире вах и самолеты соединяются, я не знаю. Ну, да, я, кстати, не знаю, почему это не работает на машинке на земле, он работает в самолет. Непонятно. Вот. И, ну, не знаю, я бы взял бы, конечно, этот сраный дредмоб, то есть кучу банок и мека, но я еще и на бедноте на нем этим не сосался, а на... В обычном формате там вообще. Ну вот видишь, я тоже не хочу гнищевать. Ну короче, вот то, что ты рассказываешь, это на годоте. Я сейчас готовлю отдельный ростер новый для годноты. Там проблемы с годнотой. Почему? А потому что там хакушники, которые совсем говно и. Да. Ну, у меня тоже. Ну у тебя гурон, тифус. Прям вообще гурон такой хакушник. Ну они хоть что-то могут, а наши вообще да нищие. Тифус днище. Еще смотрели Махадачу. Да ты днище просто. Выкинул. Кайфово. Это просто ты нищий читер. Нищий читер. Да. Короче, это своему формату свой ростер. Вот как. Правильно? Правильно. Все.